В среду партия качественной нефти вместе с разделительным устройством поступила на линейную производственно-диспетчерскую станцию «Полоцк» открытого акционерного общества «Полоцк-Транснефть-Дружба». То, что эта партия российской нефти соответствует стандарту, подтверждено аккредитованной лабораторией. В рамках реализации мероприятий дорожной карты «Грязная нефть» из нефтепровода «Унеча-Полоцк-1» вытеснена реверсом по нефтепроводу «Сургут-Полоцк» в Российскую Федерацию. С 4 июля по очищенному магистральному нефтепроводу «Унеча-Полоцк-1» обеспечивается отгрузка нефти на открытое акционерное общество «Нафтан». Начаты работы по очистке магистрального нефтепровода «Унеча-Полоцк-2». Вытеснение загрязненной органическими хлоридами российской нефти в трубопроводе «Унеча-Полоцк» началось 21 июня. Вытеснение нефти из первой очереди нефтепровода завершилось срок. Сейчас по плану вытеснение загрязненного сырья из второй очереди нефтепровода «Унеча-Полоцк», которая продлится до конца июля. Завершающий этап на северном направлении – вытеснение нефти из белорусского участка нефтепровода «Сургут-Полоцк» продлится до 15 августа.